пятый раз. Жду просить реестр присутствующих. В пятый раз. Извините, пожалуйста, я бы хотел максимально просить реестр присутствующих. Да, я думал, что как бы... Он еще не закончился. Нельзя ли получить реестр до того, как наш молодой, наш так сказать, коллега нас покинет? Если он нас покинет. Это важно. Это важно. Важно это, потому что если он внесет в реестр присутствующих, нужно собрать комиссию его дарить. А если он не может решение, тогда не правильно. Причем как бы был в реестр. А теперь исчез из него. Ну, не с решением, а с реестром присутствующих лиц ознакомиться. Пока у нас тут какая-то заминка, все вот сидят. Да, решение, да, я посмотрел. Хотите с него тут? Нет, мне копию с решения не нужно. Мне нужен реестр, желательно. Реестр вам присутствующих. Я не могу вас все взять, поэтому если вы мне его любезно хотя бы посмотреть дадите, я вам буду очень благодарен. Хорошо. А когда его можно будет посмотреть? Сейчас вот Значит, оно выписано вам. Это вы, Александр Сергеевич. Вы хотите копию, я вам сделаю копию. Делайте копию, заверьте ее, соответственно. Да. И это решение не мотивировано. И он нашел с решением.